Принимали поздравления губкинские папы и в детской библиотеке. Там для них устроили конкурсно-игровую программу. С заданиями справились все без исключения. По-другому и быть не могло, ведь поддерживали их дети. А для них папы самые лучшие. Хороший, умный. Иногда бывает строгий, конечно, если, ну, да, разозлить прям. Но, ну, в принципе, ну, нормальный, хороший. Он добрый, строгий, веселый и очень любит меня, бывает подразнить, и мы с ним там веселимся, бывает в догонялки играем. Напомним, День отца официально отмечается в нашей стране с 2021 года. С инициативой о его праздновании выступила «Единая Россия». На федеральном уровне партию поддержал Владимир Путин, и теперь, согласно указу президента, День отца отмечается в третье воскресенье октября.